Гороскоп на 20 мая 2021 года, весы женщина и мужчина. 64% общее, 80% любовь, 55% здоровье, 57% финансы, 66% удача. Прислушивайтесь к советам астрологов, и ваш день пройдет легко и продуктивно. Весам этот день приносит очень много разнообразных забот, у представителей знака нет ни минуты покоя. Впрочем, вы не особенно страдаете из-за этого. Вместе с новыми делами появляются новые идеи, вас действительно увлекает то, чем вы заняты. Высокие интеллектуальные нагрузки способствуют росту творческого потенциала. Кроме того, ваши достижения значительны, и у вас появляются все новые основания гордиться собой. К сожалению, окружающие не торопятся восхищаться. Не обижайтесь на них, придет время, и люди оценят все, что вы сделали по достоинству. Гороскоп здоровья для весов на 20 мая 2021 года. Попустительское отношение к собственному здоровью может сказаться не только на вашем сегодняшнем самочувствии, но и намного позже. Больше времени уделяйте укрепляющим и оздоровительным процедурам, водные виды спорта, да и просто активный образ жизни благотворно отразятся на вашем организме и зарядят его необходимыми жизненными соками. Вам будет полезна белковая диета, а вот от жирной и острой пищи лучше воздержаться. Гороскоп красоты для весов на 20 мая 2021. Не отказывайтесь от своих грандиозных замыслов и амбиций, даже если ваши товарищи будут их осмеивать. Если вы измените своей мечте, то почувствуете себя немощным и жалким. Не переживайте, в свое время вам непременно удастся претворить все свои грезы в жизнь. Семейный гороскоп для весов на 20 мая 2021 года. Оберегайте семейный бюджет от необдуманных трат, иначе в ближайшем будущем рискуете положить зубы на полку. Обратите внимание на экономическое положение семьи, ограничьте сегодняшние покупки универсамом, крупные приобретения рекомендуется отложить на другое время. Во взаимоотношениях с близкими не предвидится никаких неприятностей, конфликты и ссоры будут обходить ваш дом стороной. Бизнес-гороскоп для весов на 20 мая 2021 года. Сконцентрируйте все свое внимание на общении со своим руководителем, важным клиентом или каким угодно другим человеком, расположение которого вы пытаетесь добиться. Дайте ему возможность поделиться с вами своими последними замыслами и предложениями, или просто позвольте ему рассказать вам о своих любимых домашних питомцах. Это поможет вам добиться его симпатии и привязанности. Как часто вы смотрите гороскоп на день?